Так за свою сборную болеют бельгийцы. На матч в Сочи их приехало немного, однако они старались всячески поддерживать своих спортсменов. Тем более матч не из самых легких. Соперница бельгиек играют под флагом Испании, страны, где о качественном футболе знают не понаслышке. Победители элитного раунда выходят в финал чемпионата Европы, поэтому на поле шла серьезная борьба. Параллельно на мацесинских полях играли сборные Румынии и России, которые тоже входят в эту группу. За этими матчами пристально наблюдают сотрудники Футбольного союза России. Для них это маленькая обкатка предстоящего чемпионата мира, который пройдет в 2018 году. Это прежде всего отработка операций, связанных с подготовкой и проведением матча. То есть для нас это тренинг своеобразный. Все, что связано с игрой, стадионы, это небольшая обкатка. Ну, да, там будет большой регламент, большой футбол, большой регламент. Но здесь тоже, здесь мы понимаем, как можем отработать. Матч окончился со счетом 3-0 в пользу сборной Испании, которая гарантированно отправляется в финал. Сборная Бельгии сможет попытаться добраться до финала со второго места после стыковых матчей. А вот сборная России проиграла Румынии со счетом 5-2 и уже точно покидает чемпионат Европы. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.